Всем здорово, ребят. Ну что у нас сегодня? Brawl Stars. Давненько я уже не забегал, не снимал видосики, потому что я усиленно сейчас качаюсь. Как видите, я уже апнул больше 20к, ничего проблемного нету. Вышел, кстати, недавно новый скин на Мистера Пи. Вот теперь он так выглядит. В принципе, довольно-таки неплохо. В общем, просто жесть, что творится после 20к, реально очень сложно свыше 600, я всех героев попал на 600, потому что без нормального тиммейта реально идут очень часто сливы, ну плюс я сейчас с планшета играю, мне очень неудобно с планшета играть, с телефона все-таки как-то поудобней, но пчелка просто тащит. Балдею от этого героя. Единственное, блин, ну очень неудобно. Ну вот просто писец. Говорил, что неудобно. Надо сесть удобно. Поехали, сейчас будем. Это была разминочка, сейчас будем нагибать. Планшет просто тяжелый. Как вечно эти отмазы. Так, опять? Это тот же самый, что ли? Вот я люблю Шелли, не знаю почему. Просто тупо не люблю с ними бегать. Как вам батька? Раздает? Чуть не хватило, но все как всегда. В общем, как обычно, просто тупо самый главный слив. Ну, практически разобрал двоих. Ой-ой-ой, о май гад. О май гад, куда ты ведешь? Куда ты идешь? Ну, сейчас будет нагиб. Батька покажет вам. Ух ты, о май гад. Ты думаешь, ты от меня убежал? Все равно я вас достану. Я говорил, я вас достану, я накажу вас. Вот чем мне нравится пчелка с пассивкой, это просто бомбический перс, который просто разваливает. Давай заберем его. Ну куда ты ведешь? Сец, чуть не слились. О, мои друзья. Давай, 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 выходи. О май гад, вы посмотрите на них, что они хотят сделать. Минус один. Минус два. И идет у нас жесткое столкновение. Бум. Минус один, минус два. Вот так вот. Ну, не знаю, мне нравится этот перс. Вот реально, со всех персонажей, вот с последних, да, вот я играл, у меня все персы есть на максималках. Вот это Биа и Макс. Вот это два перса, которых мне очень зашли из последних. Ну, Мистер Пи, само собой, он просто, это просто Пи, название само за себя говорит. Come to Papa! Шелли просто разваливаются. Давай, 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 дотащи их сюда ко мне. Так, я вижу цель. Вижу цель. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. О май гад. Как вам? Так, вижу следующую цель.
Давай, давай, да добей ты эту фигню. Неждан из кустов. Ну, в принципе, я думаю, сейчас затащим. Там мистер Пи. Они не знают, с кем они связались. Блин, ну куда ж ты побежал? Ты ж помоги мне, ну. Красава. Красава, еще бы я появился. Вообще был бы огонь. Огонь. Вот так вот. Изи, изи вин. Ну, я знаю, хочу качнуть тоже до 700. А пчелка реально кайфовая. Ну, у меня сейчас цель, у меня была цель 20к качнуть, сейчас у нас цель качнуть уже 21к, плюс хочу доапать, возможно выйти в топ, хотя бы топ-10, мы сейчас топ-50, если я не ошибаюсь. Так, ну куда? Так все красиво было, ну куда ты бежишь, бро? Куда ты бежишь? Спугнул мне товарища. Блин, эти подвесоны, это просто писец. Реально, просто, просто обидно, когда вот так вот подвисает. Ну, планшете очень неудобно играть, вы даже себе не представляете. Единственный вариант, это, конечно, сделать подставочку. Попробуем жахнуть бочку. Бум! Я сказал жахнуть. И тебя жахнуть. Блин, ну убегай! Блин, пипец. Жесть. Просто жесть. Ну и так бывает. Пчелка сегодня что-то не заряжена. Сейчас мы же вжахнем всех. В общем, перс, не знаю. Мне, наверное, больше всего нравится на сегодня. Потому что просто пипец, как он разрывает, бывает. Нежданы такие отлетают. Вы даже себе не представляете. Особенно если заряжен, просто тупо отлетают все. И самое главное, что все его недооценивают. Все думают, да фигня, там 4К, сейчас развалю. Но когда здесь есть две ульты... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, ша. Ребятушки, вы куда там убежали? Так, давай, давай, веди их сюда. Веди их сюда. Камон, камон. Ну куда ты слился? Так, значит, этого захватываем. Но это не точно. Не, все-таки точно. Все-таки точно. Минус один сделали. Так, ну, бро, убегай, 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 не пались. Блин, вот эти вот подвесоны, это, конечно, жесть. Еще знаете, что заметил? Когда вот свыше 600 кубков, вот просто сидят кусты дрочат. Реально напрягает. О май гад. О май гад, куда ты бежишь? Тихо. Ай-яй-яй-яй-яй, босса еще замедлил. Как я вам? Как вам батька показал класс? Что значит батька тащит? Так, что там у нас? Что там у нас, ребятушки? А, ну, в принципе, с этими, я думаю, мы разберемся без проблем. Давайте, ребята, я вас жду здесь.
Ну, брони, выбегай. Изи, 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 вин. Кларк, ну чё, 650 апнем на сегодня. Так, магазинчик у нас обновился, у нас должен что-то... Да, у нас дали, как обычно, топовые ништяки. Так, через 5 дней будет романтическая пайпер. У меня осталось два скина недобитых на сегодня. Все остальные у нас скины уже есть. Так, ну что, поехали. Каточка на 650. Ну, я решил постепенно каждого перса переводить. Конечно, в начале вот бей очень медленно. Но потом, когда она разойдется, потом просто жесть. Всем места мало. Самое главное в ней это ульта. Зарядился. Один раз попал и все. Хака-ка-хака. Так, вижу цель. Ну-ну-ну, куда ж ты убежала? Ну куда ты бежишь? Пипец. Так, нам надо. Нам надо, надо, надо. Иди, да иди сюда, ну куда ты? Эти тиммейты, это просто жесть. Давай, иди ты сюда. Не, ну не вдвоем. По одному давайте. Это просто писец. Ну и так бывает. Вот в этом весь кайф. Нежданно, блин, капец. Так хорошо все было. Ну, в принципе, сейчас, значит, будет последняя катка. Сейчас должны затащить. Просто жесть. Ну, все-таки рандомные тиммейты, когда ты играешь с тем, кого ты уже знаешь. Ну, конечно, лучше, наверное, с голосовой связью играть. Ребята идут к успеху. А, ну куда? Давай, давай, ну-ка забери. Хорош, красавчик. Так, кто-то нашего босса уволок. Вот это негодяи. Тут прям целый движ. Движ, ребята. Да! Бомбит уже. Вот реально бомбит. Вот все, вот когда после 600. Стой, 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 ну подымись. Как хорошо, когда у тебя есть. Это писец. Вот за это я люблю эту игру. Когда вроде затащил, и тут хренась, кто-то из кустов вылезет, кто-то так. Это не битва замков, где, знаете, тебе задонатил и все. Здесь, конечно, намного веселее, плюс ты играешь в реальном времени против реальных игроков. Так, все, надо брать топчик, а то что-то я разошелся. Да сюда веди, ну куда ж ты ведешь его, ну? Ну, писец. Ну, блин, вот видите, когда тиммейт, вот ты ж видел, что там, блин, пусто. Какого фига ты бежишь сюда? Да. Ну, хоть ульта есть. Я буду жахать. Вот смотрите, вот бежит в кусты и не проверяет.
Блять. Я просто угораю с таких. То чувство, когда чувак просто тупо трешует по полной. Спасибо, ребята. Thank you very much. Ну что, я надеюсь, это последняя катка на 650, потому что это просто писец. Я уже целое утро апаю. Я битмейкер. Я проверим, какой ты битмейкер. Куда ты убежал, падла? Ну хоть этот будет бежать туда, куда надо. Хорош. Так. Ну куда ты бежишь? Бум, хедшот. О май гад, кто там? Little бро. Но не давай ему ульту заряжать. Не беги. Куда ты убежал, падла? Бегают тут от меня все. О май гад, кто тут такой злой? Всех развалил. Нафиг всем спать. Вот так вот, ребятушки. В общем, такая вот пчелка. Пишите комменты, ставьте лайки. Как видите, веселуха продолжается. 20611. Все, всем удачи, всем пока.